теперь узрите сенсацию, покоряющую нацию. Внимание на числа! Одна вилка, одна ложка, голова, солнце и луна. Две ноги, две ступни, в две ладошки хлопай ты. Три поросенка и мышки три, четыре райских птички. Ура всем числам, от одного до десяти. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Пять пальцев на руке, пять чувств и пять йо-йо. Шесть ног у пчелы, кексов тоже полдюжины. Звезд на небе тоже семь, а осьминогов восемь. Ура всем числам, от одного до десяти. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Девять клеток в крестиках, десять кегель в боулинге. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вперед! Ура всем числам, от одного до десяти. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Ура всем числам, эту песню пой и ты. Баги, ты что, взял яблоко Хаги? Нет. Эй, мое яблоко пропало. Это не я. Так, Баги, а это что? Думаю, сейчас самое время рассказать тебе одну историю, Баги. Ура! Я обожаю истории. Давным-давно мальчишка жил, он по собецы глупым слыл. В один прекрасный он денек всех обмануть решил, дружок. Он закричал: тут волк! Да-да! Бегите все! Скорее сюда! На гору фермер наш пошел, прогнать волка опять долой. Но волка фермер не нашел. Я все придумал, все провел. И молвил фермер: дорогой, не стоит так шутить со мной. Ну ладно, обещаю. Вот новый день, пора вставать, глупыш кричит: здесь опять волк! На гору фермер наш пошел, прогнать волка опять долой. Но волка фермер не нашел. Я все придумал, все провел. И молвил фермер: дорогой, не стоит так шутить со мной. Ну ладно, обещаю. Но в тот же день обед прошел, и огромный волк пришел. Издал он рык, всех испугал. Он взял овцу и убежал. Он крикнул: волк! Он здесь! Да-да! Бегите все, скорее сюда! Волк! Волк! Он здесь! Он зол! Я не шучу! Никто не шел. Его со страха дрожь все бьет, волк всех овечек унесет. Мальчишка плачет, вот беда, он был неправ, шутил когда. Дал слово он себе тогда: не буду врать я никогда. Мораль, чтоб песни уловить, всем лучше правду говорить.
почитаешь нам сказку, мама? Да, сказку! Хорошо, ребята. Устраивайтесь поудобнее и закрывайте глаза. Я прочитаю вам историю про Красную Шапочку. Ура! Красная Шапочка в лес пошла. Ага, ага. К бабушке она пирожки несла. Ага, ага. Решила через лес по тропинке пойти, поскорее, чтобы к бабуле дойти. Ага. Серый волк шел мимо тогда. Ага, ага. Поднял шляпу, спросил: как ваши дела? Ага, ага. Малышка ответила: по бабуле иду, поправлялась, чтобы печеньки несу. Ага, ага, ага. Сказала Шапочка: мне пора. Ага, ага. Бабушка ждет меня ровно в два. Ага, ага. Попрощалась она и пошла тропой, но волк обогнал ее быстрой трусой. Ага, ага, ага. Серый волк к бабуле зашел. Ага, ага. К одинокой старушке он подошел. Старуха сюда. Процедил и бабуле очки нацепил. Ага, ага, ага. Вот Красная Шапочка в дом вошла. Ага, ага. Бабуленька, я пирожки принесла. Ага. Волк сказал: дорогая, поди сюда. Но малышка вдруг поняла: беда. Ага, ага, ага. Бабуля, ну и уши у тебя. Ага, ага. И какие большие у тебя глаза. Ага, ага. И какие зубы у тебя есть. Волк воскликнул: чтобы тебя легче съесть. Ага. Девочка кричит: ага, ага. И охотник на голос уже бежит. Ага, ага. Волка он схватил, кинул свой мешок. Больше волка никто не видел, дружок. Ага, ага, ага. Спасены мы, бабуля! Шапочка кричит: ага, ага. И бабуля снова в постели лежит. Ага. Съели все печенье и пирожок. Вот конец истории, мой дружок. Ага, ага, ага. Это история трех поросят, трех поросят, трех поросят. Это история трех поросят. Однажды давным-давно домики были у трех поросят. Три дома в ряд, три дома в ряд. Домики были у трех поросят. Однажды давным-давно. Мой домик сделан из соломы, мой домик сделан из дерева, а мой домик сделан из кирпича. Ой! И сказал волк: пустите меня, пустите меня, пустите меня. Нет, ни за что не пущу тебя. Нет, 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 нет. Ах так! Я тогда буду сильно дуть, громко дуть, сильно дуть. Я тогда буду сильно дуть, и домик сдую твой. О, нет!
пустите меня! Нет, ни за что! Не пустим тебя! Нет, 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 нет! Ах, так! Я тогда буду сильно дуть, громко дуть, сильно дуть. Я тогда буду сильно дуть, и домик сдую твой. О, нет! И сказал волк: пустите меня, пустите меня, пустите меня. Нет, ни за что! Не пустим тебя! Нет, 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 нет! Ах, так! Я тогда буду сильно дуть, громко дуть, сильно дуть. Я тогда буду сильно дуть, и домик сдую твой. Ну, удачи! Сказал: так делать нельзя, делать нельзя, так делать нельзя. Полицейский сказал: так делать нельзя, нет, 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 нет. Вот и вся история трех поросят, трех поросят, трех поросят. Вот и вся история трех поросят. Однажды давным-давно, однажды давным-давно, однажды давным-давно. Колеса у машины крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у машины крутятся у полицейской. Здравствуйте, офицер! Здравствуйте, дети! Мы можем поехать с вами? Конечно, забирайтесь! Окна у машины вверх и вниз, вверх и вниз, вверх и вниз. Окна у машины вверх и вниз у полицейской. Всем патрулям, всем патрулям! На углу Сиреневой улицы срочный вызов. Конец связи. Сирена на машине сигналит уи-уи, сигналит уи-уи, сигналит уи-уи. Сирена на машине сигналит уи-уи на полицейской. Двигатель машины рычит врум-врум, рычит врум-врум, рычит врум-врум. Двигатель машины рычит врум-врум полицейской. Фары машины мигают клик-клик, клик-клик-клик, клик-клик-клик. Фары машины мигают клик-клик полицейской. Спасибо, офицер! Отлично! Ура! Колеса у машины крутятся, крутятся, крутятся. Колеса у машины крутятся у полицейской. Звали Джек, жил вместе с мамой в глуши. Их домик был старый, средь леса в тиши. Он маму спросил: почему мы бедны? Гигант пришел и сломал нам дверь. Он все забрал, что было у нас, все, что было у нас.
Нам нужно корову продать поскорей. Бери и иди на ярмарку с ней. Джек взял корову и пошел. Старика с большой ношей там он нашел. Ах, какая корова! Старик сказал. Какая корова? Сказал. Куплю корову за горы с бобов. Таких ты не видел во веки веков. Согласен. И Джек бежит домой, но мама не рада покупке такой. И бросила их в окно, и бросила их в окно. Как только бобы коснулись земли, тот час странный звук издали они. И вверх от них потянулся росток. Сквозь облака стал он очень высок. И по ростку наш Джек пополз, и по ростку пополз. В небо сквозь все облака Джек высоко поднялся тогда. И вот перед ним страшная дверь. И знак на двери: никаких детей! Дверь открыл Джек и вошел. Дверь открыл и вошел. В темный замок вела эта дверь. И Джек пошел, он смелый, поверь. В огромном зале мальчики вдруг услышали этот страшный звук. Шаги великана, бум-бум-бум. Шаги великана, бум. Пи-пу-пим, чую мальчишку носом своим. Страшный гигант, он топал ногой. И Джек из зала летел стрелой. И в путь обратно он пошел. И в путь обратно пошел. И за Джеком гигант пошел. И быстро его по следам он нашел. Но вдруг внезапно: ура, ура! Ноа и Джиджи пришли сюда. Гиганта они заморозили. Заморозили они. К стеблю Джек со всех ног побежал. Там с золотом мешок лежал. То золото украл гигант так много-много лет назад. Вниз по стволу Джек сполз, Джек сполз. Вниз по стволу Джек сполз. Схватил топор и скорее бежать. Тот самый росток спешит срубать. Мы богаты! Он маме сказал и мешочек с золотом ей показал. И долго и счастливо жили они. И счастливо жили они. Нет, 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 нет. Почему ответ всегда такой? Нет, 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 нет. Мама Томми пригласил нас в гости, и мы так хотим пойти. Обещаем мы вернуться рано. Мой ответ, ребята, нет. Нет, нет, нет. Пожалуйста. Нет, нет. Почему? Вон завтра в школу надо. Нет. Значит, нет. Значит, нет. Папа, можно нам еще тортика? Шоколадом он палит. Обещаем съесть совсем чуть-чуть. Малыши, ответ мой нет. Нет. Нет, нет. Пожалуйста. Нет. Вы съели слишком много. Нет, 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 нет. Значит, нет, нет. Вы так еще малы, чтобы решать самим. Когда вы подрастете чуть, поймете, что так было лучше вам. Можно телевизор нам насмотреть. Это наш любимый фильм. Перед сном посмотрим совсем чуть-чуть. Наш ответ, ребята, нет. Нет, нет, нет.
нет, нет. Почему ответ всегда такой? Нет, 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 нет. Пожалуйста, нет. Едем мы по улице на пожарной машине, едем мы по улице на пожарной машине, едем мы по улице на пожарной машине. Это детки Супер Суприм! Баги дал гудок на пожарной машине, баги дал гудок на пожарной машине, баги дал гудок на пожарной машине. Это детки Супер Суприм! Хагги спас кота на пожарной машине, Хагги спас кота на пожарной машине, Хагги спас кота на пожарной машине. Это детки Супер Суприм! Ну а вверх по лестнице пожарной машины, ну а вверх по лестнице пожарной машины, ну а вверх по лестнице пожарной машины. Это детки Супер Суприм! Джиджи льет из шланга пожарной машины, Джиджи льет из шланга пожарной машины, Джиджи льет из шланга пожарной машины. Это детки Супер Суприм! На станцию едем на пожарной машине, на станцию едем на пожарной машине, на станцию едем на пожарной машине. Это детки Супер Суприм! Это детки Супер Суприм! Это детки Супер Суприм! Знаю,
До свидания, ребята! До свидания, мороженщик! Не хочу я убираться. Не хочу я рано просыпаться. Не хотим мы чистить зубы, спать ложиться и каждый день купаться. Хочу я телевизор смотреть и много мороженого есть. А еще на компьютере играть, на велике гонять и сериал не пропускать. Не хочу я, не хочу я ни за что. И не буду, вот это все. Что? Ни за что. Не хочу я завтрак собирать. Не хочу домашку делать. Не хочу я в школу ходить, в классе сидеть и книжки читать. И я хочу немного помечтать, как улетаю прямо в космос. Хочу представить, будто я как птица парю и песню пою. Не хочу я, не хочу я ни за что. И не буду, вот это все. Что? Ну уж нет. Не хочу делиться я. А мне няня не нужна. Не хочу я умываться и овощи есть, расчесываться. Хочу смс-иться с друзьями и слушать любимую группу. Ну или просто в парк пойти и кататься там на аттракционах. Не хочу я, не хочу я ни за что. Ребятки, что-то вы совсем размечтались. Мам, пап, ну простите нас. Конечно, мы будем делать то, что нужно. Молодцы, детки, вам уже пора спать. Завтра в школу. В пальцах ног.
Идем мы на площадку, идем мы на площадку, и будем всей семьей мы там гулять. Кто пойдет со мной на карусель? Мы сядем все и будем мы кружить. Немного закружилась моя голова, но я пойду кататься еще раз. Смотрите, паутинка есть как раз для нас. Мы будем в ней как паучки висеть. Смотрите, вверх ногами я могу висеть и на всех вас как паучок смотреть. Идем мы на площадку, идем мы на площадку. Будем бегать, прыгать и играть. Идем мы на площадку, идем мы на площадку, и будем всей семьей мы там гулять. И будем всей семьей мы там гулять. Сестренка! Есть! О нет, бедняжки! Наверное, им холодно. Давайте поищем их перчатки. Надо поторопиться, потому что их мама не будет рада тому, что они потеряли перчатки. Потеряли котятки свои перчатки, слезы из глаз рекой. Мама, прости, не можем найти мы перчатки свои. Что? Потеряли перчатки, глупышки-котятки, не будет вам пирога. Мяу, 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 не будет нам пирога. Нашлась перчатка, глупышки-котятки, будет вам пирог. Мяу, 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 будет нам пирог. Нашли котятки свои перчатки при помощи ребят. Одна перчатка за камнем была, нашли ее малыши. Ого! Нашлась перчатка, глупышки-котятки, будет вам пирог. Мяу, 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 будет нам пирог. Нашли котятки свои перчатки при помощи ребят. Одна перчатка у белки была, нашла ее малышка. Да! Нашлась перчатка, глупышки-котятки, мы пытаемся выяснить, в какой мы сегодня форме. Ого! А нам можно тоже? Конечно! Попробуйте! Что за фигура сегодня ты? Сегодня я буду круг. Колесо обозрения, будильник я. Буква О и узор в горошек. Ура! Я
круг сегодня, и как же мне хорошо. Что за фигура сегодня ты? Треугольник я. У меня три угла, я палатка в поход, и сладкий рожок, и даже инструмент. Ура! Я треугольник, и как же мне хорошо. Неважно, какие фигуры мы, овал, треугольник, звезда. Мы все важны и любимы мы, с нами жизнь красок полна. Что за фигура сегодня ты? Сегодня я прямоугольник. Четыре стороны, да и я журнал, и классики, телевизор тоже. Ура! Я прямоугольник, и как же мне хорошо. Пентагон, гексагон, сердце или октагон. Что за фигуру не выбрал ты? Фигурами ты окружен. Что за фигура сегодня ты? Сегодня я простой квадрат. Четыре стороны, доска для шахмат, и окно, и плитка на полу. Ура! Сегодня я квадрат, и как же мне хорошо. И как же нам хорошо. Так нам хорошо. Джиджи, что ты читаешь? Я читаю про пять маленьких обезьянок, которые прыгают в кроватке. Мне нравилась эта книга, когда я был маленьким. Можно я почитаю с тобой? Конечно! Пять обезьянок прыгали в кроватке. Одна упала и ударилась головой. О, нет! Кики позвонила доктору, и он сказал: не прыгай в кроватке. Четыре обезьянки прыгали в кроватке. Одна упала и ударилась головой. О, нет! Кики позвонила доктору, и он сказал: не прыгайте в кроватке. На стол. Мама, извини за беспорядок на столе. Милый, не волнуйся, мы сейчас все вытрем тряпкой. Только будь внимателен ты в следующий раз. Я тебя люблю, я правду говорю, и каждый день люблю сильней, сильней, сильней. Thank you.
горшок разбила я. Папа, мне так жалко, теперь нужно все убрать. Зайка, не волнуйся, мы быстро тут приберемся. Новый мы найдем горшок для этого цветка. Я тебя люблю, я правду говорю, и каждый день люблю сильней, сильней, сильней. Такие грязные, Кики нас испачкала, и теперь мы все в грязи. Не-а, попались, мы видели, как вы играли. Куличики из грязи вылепили, вот дела. Я тебя люблю, я правду говорю, и каждый день люблю сильней, сильней, сильней. Я тебя люблю, я правду говорю, и каждый день люблю сильней, сильней, сильней. Я тебя люблю, я правду говорю, и каждый день люблю сильней, 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 сильней. Мама, что это за слово? Здесь написано «черепаха Хаги». А что это? Это такое большое животное с панцирем. А что такое заяц? Это зверь, похожий на кролика. Почему было тогда не назвать сказку «Черепаха и кролик»? Хороший вопрос. Ну когда уже начнется сказка? Ну ладно, начинаю. Давным-давно заяц дразнил своего друга и вел себя очень нехорошо. Хвастливый заяц умел бегать быстро-быстро. А старина черепаха ходил очень-очень медленно. Наверное, грустно таким быть и медленно везде ходить. Разозлилась черепаха, и начался большой забег. Что ж, давай забег, сказал. Не победишь меня, я все сказал. Смогу, нет-нет, увидишь, вот. И начался забег. Махнула вперед, друзья, и заяц помчался со всех ног туда. Увязла, будто черепаха в клею, когда начался забег. Смеется заяц. Ха-ха-ха, тебя я обогнал без труда. Меня тебе не обогнать никогда в этот большой забег. Черепаха, конечно, была медлительна и осторожна она. Устала, но все же бежала она. Это большой забег. Я уже так далеко, вздремну, не случится ничего. И на поле морковном он прилег в этот большой забег. Всего 5 минут и бегу опять. Но зайчик начал засыпать, и вот уже он вовсю храпит в этот большой забег. Медленно черепаха идет, веселую песню себе поет, не торопясь себя бережет в этот большой забег. Я. Нет, нет, нет! Не ждет он здесь чужих побед. Давайте ножки вперед, вперед! В этот большой забег. И даже в гору он не пошел. Шажок за шажком, как он силен. А заяц продолжает спать в этот большой забег. Вот мимо зайца он идет и продвигается вперед. Ах, вижу, гонки я конец! Ох, этот большой забег!
начинает ликовать. Спешит черепаха добежать. Вот заяц проснулся. О нет, опять! Это большой забег. Бежит наш зайчик, что есть сил. Зачем же я поспать решил? Ура! Черепаха победил и выиграл забег. Мораль сей басни такова, что медленно, что быстро, да, работай упрямо, и успех будет твой большой забег. Будет твой большой забег. Привет, ребята! Что случилось? Чего грустим? Ты когда-нибудь просила родителей купить тебе что-то нужное? И каждый раз они говорят «нет». Мы можем помочь. Просим что-то у мамы с папой. Говорят они «нет». Скажут «да», не сомневайся. Знаем мы ответ. Как? Представь, что вырос ты и стал как родители. Подумай, как мыслят они и что у них за мечты. Как только смысл понял ты, можешь смело просить. Виноград, полезней конфет, и будет да ответ. Мама, можно мне морковку? Да. Папа, можно мне сырка? Да. Мама, я хочу яблока. Да. И парного молока. Да. 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 Уроки сделали, убрались дома. Теперь хотите погулять? Если спросите, можно ли, родители не будут возражать. Точно! Представь, что вырос ты и стал как родители. Подумай, как мыслят они и что у них за мечты. Так и есть. Хочешь мультики смотреть, пока дождик моросит? Нужно сделать дела, успеть, и папа разрешит. Да! Пойдем ли мы в гости, мама? Да. Папа, хочешь танцевать? Да. Мам, покатаемся на скейте? Да. А можно на Луну слетать? Что? Шутка! Если поняли, что спрашивать у родителей вы, совсем не страшно и полезно, то вы очень умны. Спасибо вам большое, ребята. Было весело. До встречи! Увидимся! Шалтай, болтай, сидел на стене. Шалтай, болтай, свалился во сне. Царская конница, царская рать, не могут Шалтая, Болтая собрать. О нет! Что, Хаги? Бедняжка Шалтай, Болтай! Уверен, мы сможем собрать Шалтая, Болтая! Ты так думаешь? Да! Вперед, Багги! Шалтай, Болтай, сидел на стене. Шалтай, Болтай, свалился во сне. Хаги и Багги и царская рать не могут Шалтая, Болтая собрать. Мама, спой еще раз. Хорошо, Багги. Шалтай, Болтай, сидел на стене. Шалтай, Болтай, свалился во сне. Хаги и Багги и царская рать не могут Шалтая, Болтая собрать. Мама, ты не могла бы спеть еще разок?
Хорошо, Хаги. Шалтай, болтай, сидел на стене. Шалтай, болтай, свалился во сне. Хаги и Баги и царская рать смогли шалтая, болтая собрать. Скучно. Мне тоже. Чем бы нам заняться? У меня появилась идея. Кто хочет поехать со мной? Я хочу, я хочу. Поехали в машине же по городу со мной. Сначала крепко пристегнись и щелкни свой ремень. Ключ поверни и запусти скорее ты машину. Мы едем вдоль больших домов, соседу помаши-ка. Бип-бип сигналим мы, сосед кричит привет. Кто хочет поехать со мной? Я хочу, я хочу. Поехали в машине же по городу со мной. Я собираюсь повернуть, включаю поворотник. Ты слышишь этот клик-клик-клик направо на проспект. Едем мимо всех кафе и постоим на красный. И вот горит зеленый свет, и ехать можно нам. Кто веселится и поет? Мы все, мы все. Поехали в машине все по городу со мной. Веселится и поет. Мы все, мы все. Поехали в машине все по городу со мной. Знаю, куда поехать нам. Куда же? Куда же? Но это я вам не скажу, пока не будем там. Налево пара кварталов. Скажи нам, папа. Теперь направо, и вот мы здесь. Мороженое! Ура! Кто ездить любит с папой? Мы все, мы все. Тогда давайте ездить так каждый-каждый день. Пойдем в зоопарк динозаврам. Да! Пойдем на динозавров смотреть. На них смотреть, скорее смотреть. Пойдем на динозавров смотреть в Юрский зоопарк. Посмотрим, как кричат они. Играют они, кричат они. Посмотрим, как играют они в бамбуковых зарослях. Смотрите, это стегозавр. Стегозавр, стегозавр. Смотрите, это стегозавр. Костяные пластины на спине. У него очень маленький мозг. Маленький мозг, маленький мозг. У него очень маленький мозг. Но сам он очень большой. Наверх это диплодок, диплодок, диплодок. Смотрите наверх, это диплодок. Он выше деревьев всех. У него очень длинные шея и хвост. Шея и хвост, шея и хвост. У него очень длинные шея и хвост. Берегись, он сейчас чихнет. Летает птеродактиль, птеродактиль, птеродактиль. Смотрите, летает птеродактиль. Он машет нам привет. Острые зубы у него, у него, у него. Острые зубы у него, чтобы рыбку поймать на обед. Бежать!
Пора бежать, пора бежать. А теперь пора бежать. Пора бежать скорей. Здесь тиранозавр Рекс, страшный Рекс, ужасный Рекс. Здесь тиранозавр Рекс, самый страшный из зверей. Жили-были в одной стране, на солнечном лугу. Били малыш, били крепыш, и били большой козлятушки граф. Били большой козлятушки граф. Козлята ели траву целый день, пока не съели всю. И клевер подъели, из каждой щели всю зелень так съели козлятушки граф. Всю зелень так съели козлятушки граф. Но там за рекой для нашей братвы на склоне так много травы, зеленой и сытной для наших копытных, таких любопытных так много травы, таких любопытных так много травы. Били малыш к реке побежал и через мост проскакал. Скок да скок, поскок, поскок. Увидел он тролля и крикнул тот «Стой!» Увидел он тролля и крикнул тот «Стой!» Кто такой? Тролль прорычал: я Били малыш граф. Чтобы мне не худеть, тебя буду есть. И это ль конец, козлятушек граф. И это ль конец, козлятушек граф. О, пожалуйста, мистер тролль, я такой маленький, а вы такой голодный. Били крепыш бежит за мной, а он намного больше и вкуснее меня. Ну ладно, иди куда шел. Я подожду твоего Билли-крепыша на обед. Билли-крепыш к реке побежал и через мост проскакал. Скок да скок, поскок, поскок. Увидел он тролля и крикнул тот «Стой!» Увидел он тролля и крикнул тот «Стой!» Кто такой? Тролль прорычал: я Билли-крепыш граф. Чтоб мне не худеть, тебя буду есть. И это ль конец, козлятушек граф. И это ль конец, козлятушек граф. О, пожалуйста, мистер тролль, я не такой большой, а вы такой голодный. Били большой бежит за мной, а он намного больше и вкуснее меня. Ну ладно, иди куда шел. Я подожду Били большого на обед. Били большой к реке побежал и через мост проскакал. Скок да скок, поскок, поскок. Увидел он тролля и крикнул тот «Стой!» Увидел он тролля и крикнул тот «Стой!» Кто такой? Тролль прорычал: я Били большой граф. Чтоб мне не худеть, тебя буду есть. Это ль конец, козлятушек граф. И это ль конец, козлятушек граф. Ха, неужели? И Били большой, наклонив рога, стремглав побежал вперед. И через леса, через все города, и горы, и реки летит гадкий тролль. И горы, и реки летит гадкий тролль. И долго и счастливо жили они на солнечном лугу. Били малыш, Били крепыш и Били большой козлятушки граф. Били большой козлятушки граф. Слева нет, и справа нет, и дождемся зеленый свет. Да! Красный стой, желтый жди, и зеленый скорей иди. Красный стой, желтый жди, и зеленый скорей иди. Красный стой, желтый жди, и зеленый. Иди, иди! Через дорогу.
дорогу ты собрался идти, скорее за руку кого-нибудь возьми. Пусть рядом будет твой друг или брат, с тобой прогуляться он рад. Замечательно! Красный стой, желтый жди, и зеленый скорей иди. Красный стой, желтый жди, и зеленый скорей иди. Красный стой, желтый жди, и зеленый иди, иди, иди. Если желтый свет горит, лучше ты не торопись. Стой, немного подожди, и на зеленый вновь беги. Супер! Красный стой, желтый жди, и зеленый скорей иди. Красный стой, желтый жди, и зеленый скорей иди. Если видишь издалека, помощь срочно там нужна, ты скорее помоги и за руку переведи. Верно! Красный стой, желтый жди, и зеленый скорей иди. 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 Джонни, Джонни, да, папа, кушал сахар, нет, папа, ты обманщик, нет, папа, ротик открой, ха-ха-ха. Эй, детишки, да, мама, шалунишки, нет, мама, и врунишки, нет, мама, покажите ручки, ха-ха-ха. Дочка, сын, да, папа, ели шоколад, нет, папа, врете мне, нет, папа, покажите руки, ха-ха-ха. Привет, детишки! Да, папа! Учите уроки? Да, папа! Точно, точно! Да, папа! Покажите книгу? Ха-ха-ха! Ачи! Ребятишки! Да, мама! Шалунишки? Нет, папа! Точно, точно! Да, да, да! Покажите ручки! Ха-ха-ха! Вы все поняли. Простите нас. Давайте обнимемся. А где наши комиксы? Ха-ха-ха.